вы по-немецки говорите прям совсем без акцента? Нет, с акцентом? Я могу сказать, что я вообще не говорю по-немецки. Да, я прочитал, что вы прям и говорите, вот, и поете, и играете. Вот сейчас мы хоть один миф мы какой-то. Нет, играть я играла на немецком. А, играли на немецком. Играла я и на немецком, я играла и на английском, и на японском. Но говорить не говорю, я пыталась выучить язык, но как-то, когда нет практики, в общем, все это быстро заканчивается. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».